На календаре 7 марта на центральном рынке Керчи это один из самых оживленных дней в году. Мужчины приходят на рынок за цветами для коллег, родных и любимых женщин. У вас такие цветы красивые в руках. Кому вы их несете? Ой, и жене, и невестке, и родственникам, и всем женщинам. Цветы? Я женщин поздравляю с Международным женским днем 8 марта. Желаю им крепкого здоровья, веселого настроения, быть всегда веселой, молодой и красивой. Женские праздники – это радость для всей семьи. Милые девчата и женщины – и маленькие, и большие, керчаночки, поздравляем вас с 8 марта и желаем вам самого-самого большого здоровья, счастья и любви, чтобы мужчины перед вами, ну, все время преклонялись. Скажите, а откуда цветы? С Кировского района, самого Кировского, сами выращиваю. У вас там какая-то ферма? Ну, теплицы. Каждый год постоянно мы здесь, уже, наверное, лет 15. Больше всего берут веточную розочку у нас, вот такую вот спреечка называется. Там много бутончиков, пахнет она. Долго стоит. А сколько такой букетик стоит? 30 рублей ветка. Берут и по 15 веток, берут и по 20, берут. Ну и по одной розе кто берет. Целый вот могут взять вот такую упаковочку тюльпанов, допустим, там 19 штук. Что вчера мы торговали, сегодня, 8 марта, одна и та же цена. Обещаете? Обещаю, да. Цветы из Голландии, выращиваем сами. А где выращиваете? Первая майка, Старый Крым. Мужчина пришел и много взял. Сколько было букетов? 22 букета. Сегодня два парня взяли. 22 букета шикарного романа. Тюльпанчики и ирис. Много сотрудниц у вас? Очень много. Скажите честно, 8 марта бьет по кошельку мужчины? Мы об этом не задумываемся. Главное дарить цветы, радость и счастье, а деньги – это приходящее, уходящее. Взяли тюльпаны. Сейчас в горшках орхидеи хотим взять. Поздравить наших любимых, дорогих женщин. Скажите честно, 8 марта бьет по кошельку? Ну, немножко есть, да, немножко. Но нам не жалко для женщин, что сделать? Они у нас любимые. Выбираете цветы? Ну, конечно. Кому? Любимой. А что любит любимая, знаете предпочтение? Гиацинты. Каждый год 8 марта дарите гиацинты? Ну, нет, она любит и тюльпаны, и мимозу. Ну, вот сейчас почему-то выбор на цикламен. Ага. Упал. А букет 50 рублей. А где вы цветы берете? Сочи. Да? Езжу в Сочи. Да? Да. Мимоза своей актуальности не теряет? Не теряет. Если его только не ставить в воду, он будет стоять до лета. Ну, полгода будет стоять. И запах от него приятный. Это крокус, да? Да. И вы прямо вот в горшочке его продаете, да? И как долго он стоит? Расскажите, что это цветок, как он долго стоит? Крокус долго стоит, отцветает заново, новый начинается. Растет с луковички, на следующий год сажаешь, дальше растет. Это тоже весенний цветок, в принципе? Это мартовский цветочек, да. Где вы его выращиваете? Дома у себя. Цена от 100 рублей до 150 за букет у нас. В других местах 200-250. Можно купить букет тюльпанов 3 штучки. А вы сами выращиваете? Да, мы выращиваем сами, луковицы заказываем с Голландии, у нас своя теплица, и мы выращиваем. Начиная с января месяца, к 8 марта готовим тюльпаны на продажу для наших женщин, чтобы поздравить всех с праздником, с наступлением весны, наверное. Откуда вы? Мы с Кировского района.